Сегодня повсеместное использование искусственного интеллекта практикуется и в государственном управлении, и в финансовой сфере, и в городской инфраструктуре. Технологии искусственного интеллекта широко используются компанией Visa. Инструменты, разработанные на основе современных технологий, позволяют эффективно решать поставленные задачи. В частности, это касается как обеспечения безопасности сети VisaNet, так и решений, предоставленных банком, а также проведения мониторинга платежей. Об этом в интервью CBC заявила вице-президент, региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош. Очень много направлений, в которых Visa уже использует искусственный интеллект, позволяя нам как компании развиваться и позволяя нам предоставлять эти решения для наших партнеров в Центральной Азии, в Азербайджане в частности, потому что мы, безусловно, также работаем в Азербайджане, и наши партнеры-банки очень активно используют те решения и продукты, которые мы предлагаем, в том числе с использованием искусственного интеллекта для своей работы. Представитель Visa рассказала об основных направлениях деятельности и решениях компании. Одной из главных технологий Visa, с помощью которых можно защитить платежные данные, является токенизация. На основе решения, например, Visa Token Service построено использование таких сервисов, как, например, Apple Pay и Google Pay. Мы знаем, что в Центральной Азии, в Казахстане, мы уже некоторое время назад внедрили это решение, в Азербайджане это произошло в течение там, последних 2 лет, например, когда с помощью технологии токенизации Visa стало возможным массовое использование мобильных телефонов для оплат. И это, безусловно, очень удобно и очень безопасно. Также мы очень много работаем над, если говорить про искусственный интеллект, в частности, мы много работаем над решениями, которые нужны банкам, нашим партнерам, для того, чтобы гораздо более эффективно и качественно обслуживать своих клиентов, в свою очередь. Это различные решения для, как я уже сказала, борьбы с мошенничеством, для того, чтобы проводить расчеты гораздо более эффективным путем.